Несмотря на то, что изначально участвовало в выборах 10 политических партий и объединений, к моменту дня голосования, то есть 13 сентября, дошло всего лишь 8. По решению суда были сняты партия «Возрождение России» и партия «Родина». Напомним, что партию «Возрождение России» сняли с выборов в Рязанскую областную думу из-за сокрытия данных о судимостях кандидатов. В результате количество региональных групп в списке стало недостаточным для участия в выборах, и его не зарегистрировали. А партии «Родина» суд отказал из-за допущенных ошибок в документах при подаче их работникам облизбиркома. В воскресенье 13 сентября для выборов депутатов Рязанской областной думы 6-го созыва на территории региона открылись 1025 избирательных участков. На одном из них, оборудованном в 7-й городской школе, проголосовал и губернатор Олег Ковалев. Я должен сказать, что политическая система стала более зрелой. По крайней мере, я это оцениваю по Рязанской области. Значит, я доволен тем, как проходила избирательная кампания. Конечно, не обошлось без шума какого-то, без взаимных обвинений. Но это элемент избирательной кампании. Это элемент пиара, это тоже элемент агитации. И поэтому мы должны к этому терпимо относиться, спокойно относиться. Значит, были несбыточные какие-то обещания, значит, ничем не подкрепленные. Все это элементы кампании, они присутствуют всегда, везде. А секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин голосовал на избирательном участке, расположенном в 4-м лицее. Для нас очень важно, какие приоритеты будет определять новая дума в социальной политике, в экономике. И я считаю, что у нас все есть для того, чтобы динамично и успешно развиваться вперед. Надо сказать, что несмотря на продолжение сбора урожая на дачах, явка избирателей была весьма высока. В итоге она составила почти 37,5%. Это означает, что на выборы депутатов Рязанской облдумы пришли более 350 тысяч жителей региона. За кого проголосовали, если не секрет? Не секрет. ЛДПР. Это «Единая Россия». Почему? Ну, я всегда за них голосую. Я за «Яблоко». Все, почему? Не знаю. Коммунисты, да, вот я за них и хотела. Не секрет, за «Единую». Почему? Ну, потому что пока покой и порядок у нас есть. Утром в понедельник в здании Рязанской областной избирательной комиссии огласили итоги результатов выборов депутатов облдумы 6-го созыва. Результаты выборов в Рязанскую областную думу предварительные таковы. 5% барьер преодолели 4 политические партии. Все это партии парламентские. «Единая Россия» набирает 62,73% голосов. КПРФ 12,97%. «Справедливая Россия» 8,6%. И ЛДПР 8,21%. Из партий, которые не преодолели 5% барьер, наибольшее количество голосов набрали коммунисты России. Их результат 1,96%. Работники облизбиркома отмечают, что в целом единый день голосования прошел спокойно, без серьезных нарушений. Стоит сказать, что 13 сентября рязанские полицейские перешли на усиленный режим несения службы. И на выборах нарушение общественного порядка не допущено, так сообщают правоохранители.